niekoľko informácií ab nie toľko ab tom parku, no. No ja хотел бы вас прежде всего несколько слов. Мне очень понравилась идея, что научно-технический парк, он, наша торгово-промышленная палата далека еще от таких парков. Вместе с высшей школой формируют вот такие площадки. Мы обязательно этот опыт будем перенимать у себя в Татарстане. Высшая школа сегодня, она не должна замыкаться в своих периметрах. Она должна интегрироваться в реальный сектор экономики, быть вместе с предпринимателями. Вот эта форма очень хорошая. Я хочу пожелать, чтобы таких проектов в Южной Моравии было много, и наши технологические партии должны сотрудничать, а мы должны оказывать максимальное содействие, чтобы они были точками роста. Идея была нашей торгово-промышленной палаты, когда премьер-министром стал нынешний президент Рустам Нургалиевич, он принял смелое решение и переоборот на старый завод в технопарк «Идеи». И потом это пошло. Другое дело, что мы посмотрели европейские фонды активно, и нам тоже будет полезно наше федеральное правительство повернуть на такие кампусы. И рассчитывать такого, что мы даже фонд поддержки предпринимательства, который в ведении палаты был, его потом правительство забрало, тоже в какой-то форме на промплощадке мы тоже попытаемся, исходя из этого, обратиться в президент, чтобы немножко повернул, чтобы при нашем участии тоже активен был. А сейчас, я думаю, мы подпишем соглашение. И последнее, господин Гетман, как бы ваши усилия, чтобы прямой рейс был Прага, Казань. Вот он будет, активно пойдет. Без этого, без вашего... Пусть Брно или Прага, но все равно Чехии нужно. Поэтому... И Брно тоже. Для меня большая честь приветствовать вас здесь, в стенах. Здравствуйте, виновата вице-премьер-министром Русской Федерации Чешской Республики. Как Казань, так и Республика Татарстана. Нашелся много глаз. Самое главное, мы к этому идем не в простое время, не от хорошей жизни. Мы идем осознанно, мы знаем, какая сегодня ситуация. Мы нуждаемся в друг друге, и мы друг друга хорошо понимаем. А сейчас народные гурбо. Наш визит, он принесет в отношении между нашими странами много полезных проектов, и сегодня мы будем рассматривать несколько конкретных предприятий, инновационных центров. Пока не применены. Не линейная независимость, все очень квадратно. Да.